Цифровое золото вырастет в цене до четверти миллиона долларов за монету. В этом уверен известный венчурный инвестор Тим Дрейпер. По его мнению, уже к 2022 году цена на биткоин вырастет примерно в 30 раз и достигнет отметки 250 тысяч долларов. В 2014 году Тим Дрейпер приобрел почти 32 тысячи биткоинов на аукционе в США. Тогда он заплатил за это количество монет около 18 миллионов долларов. Однако сегодня принадлежащие ему биткоины стоят уже более 250 миллионов долларов. В ходе своего выступления на блок-пати 2018 в университете Дрейпера в Сан-Матео, Калифорния, инвестор призвал слушателей откровенно игнорировать пессимистические прогнозы.